проанализируют работу над ошибками. Сегодня инспекторы нанесут повторный визит. Им предстоит проверить, в каком состоянии в лесах находятся кормушки и пархалища. В ходе предыдущих рейдов были зафиксированы нарушения. 14 охотпользователей не выполнили условия лицензии. В частности, кормушки для подкормки кабанов пустовали. Вместо зерновых культур животным предлагали полакомиться трухой. Такие факты выявляются, что забывают про кормушки, не накладывают, не обеспечивают надлежащим образом. По данным фактам будет выдано представление о устранении причин следствия. Если не будет исполнено или предписание не будет исполнено, то данные лица будут привлечены к ответственности.